Всем привет, с вами Прия. Сегодня, зайдя в игру, зайдя вообще в приложение Battle.net, я думаю, многие заметили фоновую загрузку обновления. Верно? Такая стрелочка, которая там сидит и скачивает, скачивает, скачивает и скачивает. Там пару-тройку гигабайт примерно файлов. Я уверен, что многие сегодня будут спрашивать на стриме и вообще в личке мне писать по поводу того, что «А что же это за загрузка? Прия, скажи нам!» Ну что ж, так и быть, отвечу. В общем, это 7.2 качается. А вы, надеюсь, ждали, да? И в видосиках, посвященных 7.2, я говорил о том, что давайте ждать 7.2, чтобы побыстрее вышло контент обновления. Дождались. PvP сезон качается 28 марта. Давайте сейчас откроем календарик для наглядности. Точнее, 29, да? 29 марта кончается PvP сезон. Второй уже получается легионовский. Межсезонье в неделю. И 5 апреля, скорее всего, будет выход обновления 7.2. Вполне неплохо. Я доволен. К тому же, если рассматривать модификаторы на Mythic Plus, то сейчас это разъяренный, некротически укрепленный до 22 числа. С 22 по 29 это усиливающий, переполняющий тиранический. И с 29 по 5 число это кровавый, вулканический, укрепленный. Напомню, что эта связка модификаторов, которая будет с 29 по 5, благосклонна к рекордам. И в это время мы будем брать рекордики. То есть, опять же, кому интересно, можете зайти на Twitch канал в это время и посмотреть, что мы будем творить с мобами, как мы будем их разуплотнять. В общем, примерно такая информация касательно выхода 7.2 и вообще предстоящих моих дел в Легионе до 7.2. В ближайшее время выпущу до кучи видосиков, что сделать надо успеть до 7.2, чем можно сейчас заняться и как вообще сделать так, чтобы все было намного лучше. Собственно, изучайте YouTube-канал и наслаждайтесь контентом. Всех вам благ, ждем выход 7.2. Надеюсь, то, что та информация, которая была сказана мной по поводу его выхода, не изменится. Легендарчик вам побольше и до скорого.